Вопрос водоснабжения один из приоритетных, отметил во время прямой линии глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Жительница села Дружба Мадина Байрамукова обратилась с вопросом, который касался подачи воды в населенный пункт. Рашид Темрезов отметил, что будет проводиться комплексная работа по обеспечению бесперебойной воды. Глава Прикубанского района Ахмат Семенов провел сегодня встречу с жительницей Дружбы и прокомментировал данную ситуацию, а точнее озвучил решение проблемы. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. На прямой линии главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова прозвучало немало вопросов от жителей республики. Один из них – водоснабжение населенных пунктов. От жительницы села Дружба Мадины Байрамуковой поступило обращение по поводу того, что в течение долгого времени и в особенности в летний период наблюдаются перебои подачи воды. Рашид Темрезов отметил, что данный вопрос будет полностью решен и взят на контроль правительством. Сегодня мы проводим комплексную работу по водоснабжению села Дружбы, села Псыж и Знаменки, в общем, всех близлежащих. Да, села Чапаевского. Mm-hmm. Да. Вот. Я убежден в том, что мы этот вопрос решим. У нас сегодня этот вопрос взят на контроль не только районами, а еще взят на контроль правительством Карачаево-Черкесской республики. По следам прямой линии глава администрации Прикубанского района Ахмат Семенов провел встречу с жительницей села Дружба Мадиной Байрамуковой и заверил, что данный вопрос будет решен и уже проводятся ремонтные работы на водопроводных сетях. И на некоторых улицах села уже есть водоснабжение. Сейчас на верхней улице вода сейчас идет, и даже горят, и колонки горят. Но вот буквально вот водоканал уже сколько дней бьется, не могли найти где-то на завоздушилась и так далее, где-то насосы вот только наладили. Ну, а то, что вы говорите летом действительно, вот, к уровню прошлого года, лето еще же, практически с начала июля до конца августа у нас вообще дождя не было. Практически все поливали и так далее, воды не было. Ну, мы пытались же организовать подвоз практически каждый день. Также Ахмат Семенов заверил, что для жителей села Дружба будет построен новый водовод, который обеспечит бесперебойную подачу воды в населенный пункт. Принято главой решение уже идет сделать вам новый водовод. Вот сметы есть. Завтра, послезавтра Минстрой с этой сметой заходит в экспертизу. Я думаю, буквально в течение месяца-полутора уже, я думаю, деньги будут это самое обозначены, и в этом году деньги будут выделены. Жительница Дружбы Мадина Байрамукова поблагодарила главу администрации Прикубанского района за комментарий и осталась довольна положительным решением на свое обращение. Обратилась к главе республики. Ответ дал глава района Прикубанского. Ответом удовлетворена. Надеюсь, в ближайшее время все эти изменятся. Вода появится у нас наконец-то, и больше не будет проблем с этой. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.